Ваше благородие, позвольте доложить. Докладывайте. Из штаба фронта. Передают срочное. Ступай, Федор, я сам дальше. Слушаюсь, Николай Андреевич. Что там у вас? В нашем направлении движется вражеский аэроплан «Альбатрос», ведущий разведку за передвижением наших войск. Шпионит, сволочь. Уже доложили? Свободен. Есть. Приказ командующего. Не допустить получения информации о передвижении и дислокации наших войск. Альбатрос – тяжелый самолет, летает высоко. С земли его не подстрелить. Да, это известно. Только теперь вся наземная операция под угрозой. А может, проследить за ним незаметно. А как сядет, мы… Михаил Петрович, вы же прекрасно понимаете, что это утопия. Австрияк приземлится у себя в тылу. Это хоть какой-то шанс. Иначе столько людей погибнет. Дайте мне минуту, чтобы собраться. Прикажите готовить аппарат. Я полечу один. Хорошо. Храни меня, мой талисман. Храни меня в дни гонения, в дни раскаяния, волнения. Ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман. В уединении чуждых стран, на луне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман. Передашь моей жене. Будет сделано, ваше благородие. Это тебе на память. Ваше благородие. Ваше благородие. Ваше благородие. К запуску! Есть к запуску! Контакт! Есть контакт! Австрияки! Что он делает? Что он делает? Священный, сладостный обман. Души волшебное светило. Оно сокрылось. Изменило. Храни меня, мой талисман. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда. Спи, желание. Храни меня, мой талисман. Читайте стихи Серебряного века в Telegram. Ссылка в описании. Подписывайтесь.